Новый год – самый волшебный в году праздник, а его ожидание – самое волшебное время, причем и для детей, и для взрослых. Накануне 31 декабря мы начинаем верить в чудеса, отключая всякую логику. Мы загадываем самые смелые желания, и, что самое главное, они каким-то немыслимым образом сбываются. Тыквы превращаются в кареты, мыши в кучеров, но если что-то и разбивается о суровую реальность, то только хрустальные туфельки. Правда, происходит все это при важном условии, если поведение в уходящем году не подкачало. Здравствуйте, с вами вновь «Дорога домой». Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодня у меня с собой вот такой портрет. Замечаете сходство? На этом рисунке изображена я, а его автор – наш сегодняшний герой, воспитанник школы-интерната номер 5, мальчик по имени Иван. Он замечательный, лучезарный, талантливый, а еще любое дело в его руках спорится. Давайте знакомиться с ним поближе. Одиннадцатилетний Иван, воспитанник школы-интерната номер 5, осваивает игру на гитаре. Он уже делает видимые и слышимые успехи, несмотря на то, что инструмент впервые в руки взял всего пару месяцев назад. Добиваться результата в любом деле, за которое берется, это у него в характере. Иван – мальчик очень старательный, а еще отзывчивый и неконфликтный. Я добрый, я помогаю воспитателям во всем, детям нашего учреждения. Никого не обижаю, не ругаю никого. Ваня к нам поступил в феврале этого года. Мальчик такой позитивный, активный. Лидерские качества у Вани, конечно, присутствуют. Он уверен в себе. В обиду себя он не даст. К поручениям добросовестно относится. То есть, если, допустим, я что-то Ване даже из дома по телефону попросила, то я 100% уверена, что я приду, и это будет сделано. Исполнительность и скрупулезное отношение к любому делу – его отличительные черты. Отсюда и неплохие результаты в школе. Ваня с удовольствием грызет гранит науки, особенно нравится ему математика. И что важно, она ему дается. Любит он физкультуру и музыку. Радует Иван воспитателей трудолюбием, он хозяйственный. Мальчику очень нравится, чтобы во всем и везде был порядок. Еще мне нравится растить всякие растения. Как раз мы садили бальзамины, но они сейчас у ночной воспитательницы. А сейчас я посадил лук и чеснок. Я их постриг и съел. Ваня не договаривает, не просто съел, а добавил свежевыращенную зелень в салаты и горячие блюда собственного приготовления. В учреждении вот уже в течение нескольких последних месяцев реализуется проект, в рамках которого дети узнают о культуре народов, живущих в России, и в том числе об их кухне. Теорию ребята совмещают с практикой, в рамках кулинарных уроков учатся готовить. Здесь вот мы с всей группой готовили пирог с Оксаной Геннадьевной. Там здесь мы тесто катали, потом здесь мясо ложили. Последний раз мы готовили пиццу и готовили оливье. Мы сначала пошли в магазин, купили все и пошли в столовую к нам и готовили. Готовят ребята в том числе и необычные блюда. Например, недавно делали таратор – болгарский холодный суп с йогуртом. Или пили буузы – это самое главное блюдо бурятской кухни. И, конечно, после с удовольствием всем этим угощались. Свободное от занятий время мальчик предпочитает проводить с друзьями. И не у гаджетов, а на свежем воздухе. На улице гулять. Побегать, покувыркаться. Отсюда еще одно увлечение Кирилла. Он с сентября этого года занимается в конном клубе, осваивает езду верхом. Сначала мы берем какую-нибудь лошадку, прицепляем на веревке специально, это чистим подковы, там катаемся, тренируемся. А еще Ваня с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях и в конкурсах самых различных уровней и направлений. Каждое воскресенье ходим в стрелковый тир «Славяне». И мальчику нравится заниматься. Когда мы самый первый раз пришли, Ваня первый раз винтовку взял, он занял первое место среди всех наших воспитанников. Иван добивается немалых успехов благодаря врожденным талантам и, конечно, усидчивости и старательности. Мальчик стал призером международного конкурса «Гордость страны». Победил в конкурсе госавтоинспекции «Дорога и дети».
А еще совсем недавно сдал нормы ГТО и получил серебряный значок. А этот портрет директора принес ему победу в городском конкурсе рисунков. Сейчас в библиотеку ходил, в картинную галерею, и там я получил первое место. В день съемок ему тоже захотелось нарисовать портрет, причем сначала он не говорил, кто будет изображен на бумаге, но тайное скоро стало явным. Рисунок получился милым, и, конечно, на лицо было портретное сходство. Похоже. Ну, я позировала, старалась. Кем Ваня у нас станет, я не знаю. У него сейчас на распутье. Мы готовим. Ваня главный у меня вот прям все. Он и режет, и будет и чистить, и лепить. Конкурсы какие-то участвуем. Очень много конкурсов. Мы стараемся во всех конкурсах участвовать. Ваня везде как бы на первом месте. Ему вот это вот нравится. Сам Ваня определил для себя несколько возможных направлений для развития. Первый вариант – в будущем он, возможно, будет работать на телевидении. Ему очень нравится снимать сюжеты, видеоролики. Он умело находит подход к интервьюерам. Вам нравится ваша работа? Да, очень нравится. Кем вы хотели стать в детстве? Милиционером. А когда вы только сюда приехали, вам было сложно работать? Изначально, да, было сложновато, потом коллектив очень хороший, дружный. Снимает Иван видеоролики с друзьями и воспитателями на актуальные событийные темы. А ты знаешь, что такое конституция? Да, это основной закон страны, и в этом году ей исполняется 30 лет. А пошли спросим у наших ребят, знают ли они, что такое конституция? Пошли. Иван рассматривает и еще один вариант будущей профессии. Когда вырастет, хочет открыть свой бизнес. Магазин свой построить. Огромный магазин. Торговый центр. Все, что можно продавать, то и продавать. Телефоны, планшеты все. На игрушки там, одежду. Есть у Вани не только дальновидные цели, но и мечты, в том числе красивые. Поплавать с дельфинами. Потому что дельфины – это умные, и с ними поплавать в бассейне с дельфинами. В интернете увидел, что там люди плавали с дельфинами, и они это всякие команды делали. А еще Иван мечтает о собственном доме и любящей семье. В канун Нового года он загадал свое самое заветное желание и не сомневается, зимний волшебник Дед Мороз обязательно примет его во внимание. Ведь он так старался в течение всего этого года, а значит, действительно заслуживает исполнения своей мечты.